Здравствуйте! Вы находитесь на официальном канале ветеринарной клиники Биовет. И сегодня мы поговорим об аквариумных рыбках. Какие виды самые популярные? Аквариумные рыбки – прекрасные питомцы. Многие люди любят долго наблюдать за этими водными обитателями, и не случайно, ведь это успокаивает нервы и дарит наслаждение. Одна из самых популярных и широко известных рыбок – это гуппи. Гуппи неприхотливы в уходе, в еде, поэтому их очень часто предпочитают заводить первыми. Плодятся они легко, достаточно просто поместить в аквариум самку и самца. Гуппи – живородящая рыба, она может произвести за один раз от 10 до 50 мальков. Причем мальков лучше сразу отсадить в другой аквариум, потому что они могут стать едой для других рыбок. Гуппи – красивая рыбка, у самок серый неприметный хвостик, а у самцов яркий красный хвост. Некоторые не любят гуппи из-за того, что это довольно глупая рыба. Следующий популярный вид – это меченосцы. Прозвали их так, потому что у самцов есть удлиненный плавник, который действительно напоминает меч. У самок такая особенность отсутствует. Меченосцев ценят за то, что у них очень чистый, красивый окрас. Это могут быть чисто красные или чисто черные рыбки. Их также легко разводить. И совет – много самцов-меченосцев не пускать в один аквариум, потому что это довольно агрессивные рыбы. Следующий вид рыбок – это данио. Эти рыбки уже чуть-чуть сложнее в содержании, потому что они живут стаей. То есть нужно в аквариум поместить как минимум 5-6 таких рыбок. Причем бывали случаи, когда они выпрыгивали из аквариума, потому что они довольно энергичные рыбы. Тоже учитывайте этот факт. Процесс разведения тоже немножко усложняется, потому что они не живородящие и откладывают икру. Данио ест почти любые корма, но лучше всего для этого вида подходят сухие хлопья. Следующий вид – это барбусы. Очень яркие, красивые рыбки, они могут быть ярко-красными или каких-то других цветов. Барбусы неприхотливы в еде, неприхотливы в содержании, но нужно тщательно подобрать окружение для барбуса, потому что эти рыбки могут быть довольно конфликтные. Стоит также поговорить и о донных аквариумных рыбках, то есть сомиках. Сомики очень украшают ваш аквариум и помогают хозяину поддерживать чистоту и порядок в аквариуме. Итак, есть несколько видов, и самые популярные – это анцитрусы. Это большие сомики, которые могут вырасти до 13-15 сантиметров, если это позволяет условия, то есть аквариум должен быть довольно большой. Заслужили свою популярность красивым внешним видом, они черные с белыми точками. Еще один вид сомиков – это коридоросы. Эти рыбки уже меньше, чем анцитрусы, довольно подвижные, и за ними интересно наблюдать, поэтому можно завести сразу несколько особей в одном аквариуме. Надеемся, что эта информация была для вас полезной. Заводите аквариумных рыбок, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и до скорой встречи!